Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И мы с вами снова находимся на сайте лаборатории психологического обеспечения. Будем считать, что это небольшой анонс. В ближайшее время, через день-два, у нас в разделе для физических лиц появится новая методика. Эта методика мною была незаслуженно забыта. Использовал я ее несколько лет назад, последний раз. И вот как-то вылетела она у меня из головы. Называется эта методика поиско-ориентировочная реакция. Используется для оценки концентрации внимания, переключения внимания. Некоторые авторы рассматривают ее как методику, направленную на оценку восприятия, то есть низших психических функций, таких как ощущение восприятия. Но я склонен все-таки относить ее к таким методикам, как Шульте, корректурная проба по Бурдону и так далее. Посмотрим, она очень интересна, она будет на нашем сайте выложена, и вы сможете ее спокойно скачать и, соответственно, при необходимости приобрести эту психофизиологическую методику. Будет она находиться в разделе 3.1, здесь у нас прейскурант, продукция, excuse me, господа, будет она находиться в разделе качественные методики. Патопсихологические методики, где-то вот здесь вот. Сейчас мои коллеги активно с этой методикой работают, оформляют ее должным образом, и через пару дней, милости прошу, на сайт можно будет ее скачать, попробовать и отписаться нам, как и что у вас с этой методикой происходит. Благодарю вас за внимание, на этом все, и удачи вам!